Всем большой привет! Показываю температуру на термометре. Термометр помещен 109,5, 110,1, 110,8. Солнце закатное у нас 111,9, 112 температура, 112,3 видно, 112,2. Это простейший концентратор, 115, вот. То есть легко больше 100 градусов получается, 119, 122,5 градуса, видите, 124,6, 125, 126 градусов. Ну, это уже закатное солнце, посмотрите на закат, это больше 5 часов, 124,6 температуры. А концентратор солнечный сделан из фары, автомобильная фара обычная. Вместо лампочки стоит у нас термометр, кончик термометра. Стекло покровное, стекло. И температура замеряется с помощью термометра, который помещен кончик его в эту лампу. Вместо лампы стоит термометр. Если мы сюда поместим какую-либо конец тепловой трубки, то мы получим легко нагреватель. Вот с такого вот отражателя автомобиля. Он герметичный, там нагревается, может легко до 150, если в обед. Спасибо всем за внимание. Подписывайтесь.